Бюджет области продолжает расти. Основной финансовый документ 2013-го обогнал предшественника почти на 1,5 миллиарда рублей. Доходная часть составила 24 миллиарда 840 миллионов. Социальная направленность региональных трат сохранится. Около 18 миллиардов, это 64%, направится на образование, здравоохранение и социальную политику. Главная задача бюджета в этом отношении – это увеличение заработной платы. Это касается и работников образования, и работников здравоохранения, и социальных, и культуры. На доведение зарплат бюджетников до среднероссийского уровня только в сфере образования выделяется более 4,5 миллиардов. Бюджет отвечает требованиям сегодняшнего дня, интересам российской экономики и требованиям тех, кто хочет вкладывать свои средства в российскую экономику. Увеличение расходов на здравоохранение вызвано тратами на обязательное медстрахование неработающего населения – почти 566 миллионов рублей. Также предполагается обеспечение нового корпуса больницы «Семашко». На его содержание планируют потратить 62 миллиона. Инвестиционные программы включили и другие объекты. В городе Болхов, ЦРБ в городе Мценске, прачечная, средняя школа в поселке Долгая. Рекорд 2-миллиардного дорожного фонда в 2013-м будет побит. В километры нового асфальта вложат 2 миллиарда 827 миллионов рублей. Это плюс 600 миллионов к сумме 2012-го и в 6 раз больше аналогичной цифры 2009-го. Поэтому у нас есть все шансы в 2013 году сделать значительно больше, чем в 2012-м. А в 2014-м значительно больше, чем в 2013-м. В том числе и по наведению порядка на сельских дорогах. Расходная часть бюджета в 2013-м в проекте составляет 28 миллиардов рублей. На публичных слушаниях никто против таких цифр не высказывался. Теперь их должны утвердить областные депутаты. Они займутся этим вопросом в ближайшую пятницу.